Так, сейчас смотрим с вами кроссовки для девочки. Вот модель. Вот так они выглядят. Не скажу, что они легкие, из такого вот дешевого материала, да, бывает совсем легкой. Они средние. Они такие по тяжести средние. Это 35 размер. Сейчас мы будем мерить и посмотрим на ноге. Здесь у нас липучка. 36-й, ты думаешь? Нет, у тебя еще вообще 33-й даже был. Вот такие липучки добротные. Я не отлеплю. Вот такие вот липучки. С большим-большим запасом. Стелька. Тут бумажка внутри. Приятная на ощупь. Текстильная. Здесь текстиль. Сейчас поближе покажу. Проклеенные они, получается, проклеены очень аккуратно. Нигде не торчит клей. Как бы все нормально. Вот такая подошва. Кстати, классная. Скользить там на плитке где-то еще в школе, например, тоже не будет. Меряем. Вот как смотрится на ножке. 35 размер у нас с запасом. Размер ноги у нас 33-34 сейчас уже. 34. Я замерю Ксюшину ногу и потом подпишу, сколько она сантиметров, чтобы вы ориентировались по размеру. Да? Так, ну-ка, боком покажись. Вообще здорово смотрится, красиво, удобно. У них широкий очень задник. Они подойдут на широкую ногу вообще классно. И натирать процентов 99 не должны и не будут. Смотрится стильненько, вообще очень здорово. Да? Нравится? Ну, пройдись, задом повернись. Ну, там, я же тебя здесь не увижу. Вот, задом повернись, постой. Вот, у них широкий прям задник, то есть, если у ребенка широкая нога, подойдет модель однозначно. Так что мы оставляем 35-й, 36-й даже открывать не будем. Ксюшкина стопа замерили от большого пальца до пятки. Сейчас где-то вот 21 сантиметр. Да? Вот если она наступит, будет, да, 21 сантиметр. То есть длина от пятки до края большого пальца 21 сантиметр, имейте в виду. Длина кроссовка в самом длинном месте, да, 20... Длина подошвы имеет 24 сантиметра. Да, вот в самом длинном месте посередине. У нее есть небольшой такой вот запасик. Небольшой, да. Так, сейчас у нас с вами лоферы для девочек. Артикул. Все показываю. Открываем. В отдельном пакетике каждый ботиночек. Вот здесь, кстати, вот такая бумажка. Мы ее пока не будем стирать. Сейчас померяем. Здесь FL, по ходу дела, Faberlic. Да? Вот так они выглядят. Небольшой каблучок. И цвет у них такой совсем темно-темно-коричневый совсем, что ли. Вот здесь немножко видно клей. Но это не критично совсем. В целом очень красиво, аккуратненько выглядит. И есть ортопедическая стелька. Вот такие вот симпатичные. 35 размер. Вот так они смотрятся на ноги, и они огромные. Они почти как мои тапки 41 размера. То есть они больше мерят минимум на 2 размера. Минимум, имейте в виду, это вообще прям минимум. У нее палец где-то вот здесь заканчивается. Встань, посмотрим, как на ноге смотришь. Правда, носки твои не очень понятно. Вот сюда вот подойди. Иди в носочки, иди, небось. Вот так они смотрятся на ноге. Это у нас лоферы. Больше мерит очень-очень-очень сильно. И, казалось, да, они длинные и узкие. Ей узко, они ей натирают. Она такое носить не будет, даже меньше брать не будем. И, ну, это где-то, ну, 38 размер. 38, даже, может быть, 39-я нога и узкая сюда влезет. Вот в этот 35-й размер.